тебя зовут. Я так понимаю, что это, видимо, табаки. Ну что, яблоки жрем или мы хищники, падальщики? Оп. Ну, посмотрим. Похоже на гиену, а там хер его знает, что это такое. Он будет потом прочитать. Яблоки не едим. Я понимаю, что яйца перепелиные закончились. Дружочек, я бы с удовольствием тебя покормила. Гиена, я так понимаю, вас никто не кормит? Иди сюда, иди. Иди, смотри. Это твоя еда, правда. Иди сюда. Ну, жарко ему, голодный, наверное. Ну, иди сюда, иди. Иди на. Ты это будешь точно, я тебе говорю. Но я ж не буду в тебя яйцом кидать, правильно? Иди, говорю. Мы унюхали. Мы унюхали. Унюхали. Нет, это ты не ешь. Ты ищи яичко. Ты яичко ищи, дурачок. Вот. Вот. Вот это гиения еда. Правда, я не уверена, тупые они. Мне интересно, вот если я тебя с руки покормлю, ты мне руку откусишь или оставишь половину? Потому что для гиен тут пищи нет. Хозтоваров для животных. Кусил яичко. Кусил яичко. На еще. На. Дружочек. Дружочек, ты голодный. Он даже скорлупу грызет. Эти не грызут макаки. Будешь еще? Будешь? Морда добрая такая, ну сука, хищник же, падальщик. Ай, блядь, не туда уронила. Как мне туда залезть, что ли, за этим яйцом теперь? Ну, не снайпер я. На, смотри, оп! Вылизывает и скорлупку грызет. Так, ладно, пошли все-таки мишек на.